итоге встречи, ну, что можно сказать, вы смотрели игру, в принципе, первый период отлично начали сразу, потому что предыдущие две игры, у нас проблемы с началом игры, мы там их проигрывали первые периоды, там, ну, физики именно, там, каких-то моментов, скорости в движении, поэтому вышли, наверное, какие-то более заряженные, вышли первый период, выиграли, отлично сыграли, во втором команда соперника чуть добавила, и мы начали делать какие-то детские ошибки, какие-то такие. У нас, вы сами знаете, уже не первый раз у нас есть какая-то такая проблема, что мы в виде счета там 2-3 шайбы у нас начинаются какие-то проблемы. Поэтому нужно над этим, я считаю, наверное, поработать как бы именно ментально, именно психологически, потому что это не в руках, не в ногах дело, это в голове. Поэтому а третий период молодчики, что ребята все вышли, как бы понимали, что счет такой, что команда как бы соперника на таком на подъеме после второго периода, как бы, что нужно их держать, и вышли, выстояли, как бы, ну, конечно, Юха, красавец, тоже сыграл, отразил большое количество бросков, все равно ложились, поэтому первый-третий период, если мы будем играть первый-третий период, то, конечно, тяжело любой команде будет играть против нас. Во втором периоде не нанесли ни одного броска, это настолько хорош был авангард. Да нет, наверное, все равно, я еще раз повторюсь, это мы в первую очередь должны выходить, как бы бросать повороты, а не соперник. Это же мы сами теряли шайбы, не уже нас забирали, правильно? Поэтому это все мы, поэтому, ну, говорю, нужно будет над этим поработать, в голове что-то там поменять, подумать. Трехдневная пауза была перед этой игрой, она как-то помогла команде? Я не знаю, я лично могу сказать за себя, что как бы после трех дней, ну, отлично себя чувствуешь, когда спокойно тренировок, у тебя есть много, достаточно времени подготовиться. Конечно, легче, чем когда играешь через день или там 5-6 игр подряд, допустим.